Добро пожаловать на духовный завтрак. И сегодня я бы хотел укрепить веру одним словом из книги Псалтырь, 117 Псалом, и буквально пару текстов, 8-9 стих. «Лучше уповать на Господа, нежели надеяться на человека. Лучше уповать на Господа, нежели надеяться на князей». Слово Божье увещевает нас, чтобы мы учились в жизни уповать на Бога больше, чем на людей. Почему? Да потому что мы с вами, люди, склонны к тому, чтобы меняться, склонны к тому, чтобы порой что-то обещать и не выполнять своих обещаний. Мы склонны к тому, чтобы порой что-то забывать. Мы несовершенны с вами. И когда мы таким образом смотрим друг на друга, понимая, что каждый обложен какой-то своей немощью, каждый уязвлен каким-то своим недостатком, когда мы не выдвигаем высоких требований к людям, мы на самом деле идем путем, на котором будет меньше разочарования в жизни. В свою очередь, уповать на Господа невозможно без того, чтобы знать, каков Бог есть. Как можно уповать на того, кого ты не знаешь? Поэтому, друзья, свое стремление, свои усилия, наверное, важно направить на то, чтобы познавать Бога и больше и больше раскрывать Его грани, которые открываются нам в Священном Писании. И важно также помнить, что каким бы ни был человек, пусть даже он какой-нибудь князь, может быть, он облечен какими-то возможностями, может быть, он имеет какие-то ресурсы, но мы всегда должны помнить, что человек будет всегда оставаться человеком. А значит, возможны осечки, а значит, нас могут подвести, значит, могут быть в жизни какие-то фиаско в надежде на людей. Но когда мы учимся уповать на Господа, надежда на Господа никогда не постыжает. Итак, друзья, лучше уповать на Господа, нежели надеяться на человека. Будьте благословенны во имя Иисуса Христа. Аминь.